Кубках мира две медали – это неплохо. Это хорошо для меня, но мой главный старт был чемпионат Европы, на котором я не завоевал медали. Но будем готовиться к основному старту, к чемпионату мира. Ну, волнение, но не очень сильное, чтобы оно не мешало мне бороться за хороший результат. Ну, в принципе, это вылилось в неплохую стрельбу в конечном итоге, и я смог завоевать главный приз. Ну, на перестрелке мне, в принципе, главная задача была не спешить, чтобы не делать глупых ошибок, которые бы привели к потере места, ну и в дальнейшем к потере медали. Вот я старался аккуратно работать, и как раз вот с Hu Binyuanом это привело к успеху. Ну, после как раз перестрелки я, конечно, долго у меня не было золотой медали на Кубке мира. Это я почувствовал облегчение, что я ее выиграл, что он все-таки промахнулся, я попал. Это было большим облегчением для меня. И после этого, когда я попал, я почувствовал большое удовлетворение от этого. Чтобы они в дальнейшем болели за меня. Это будет помогать мне в дальнейшем хорошо выступать.